Всем привет! Кнатнцусзота. Сегодня мы рисуем стрекозу. Наши Давайте. Следующие насекомые, да? Да. Как всегда, намачиваем кисть и берем цвет для стрекозки. Берем темно-синий и рисуем крылья. Я делаю такие не повсюду. Можно сделать разводы, ребят, добавить голубой, бирюзовый, зеленый. Они более прозрачные, но... Смотрите, как Ой, очень сделаю. Красиво. Я вот так буду делать. Смотрите, как выходит у принцессы Златы. Ребят, кто видел стрекозу? Я видела их сотни летом. Очень много стрекоз во всем мире, ребят. Да, и вы знаете, что они ловят насеком на лету и ними питаются. И они живут на речке. Если честно, то не только на речке, ребята. Они живут, в по принципе... По всему мире почти. Да, по всему миру, кроме холодных районов нашего мира, да? Да. Потому что они там просто замерзнут. Ребята, у меня их в дворе очень много. Особенно, когда лето. Ну, так они летом уже активно летают. Да. И они у меня мух убивают в дворе. Ну, недаром их называют хищниками, правда же? Да. Они же едят насекомых. У меня даже живут они. Ребята, вы знаете, я рисую ей зеленое сердце. Какое красивое имя. И вы знаете, что они кусательных насекомых уменьшают, так как комары. Да, таких как комары и остальные. Я добавлю голубого. Ага, принцесса Злата хочет в тельце добавить еще и голубого. О, да, получается очень красивый цвет, и можно даже и по тельцу провести, да, немножко? Да. Очень красиво будет. К крылышкам тоже можно какой-то цвет добавить по желанию. Ребят, если вы хотите, если вы с ними рисуете, а мы думаем, что вы рисуете Везде. С нами. Принцесса Злата чудеса творит. Ребятки, подходите, смотрите. Принцесса Злата хочет вам что-то показать. О, какая стрекоза. Крылышки добавляешь, голубой или бирюзовый? Голубой добавлю. На кончики или внутрь? Можно внутрь. Или на кончики, да. Они прям как будто переливаются на солнышке у нее, да? В некоторые места я добавлю вот такого темненького, светленького, голубого. Ребятки, делаем листики. Какого цвета будешь делать? Темного? Рассказывай, ребята. Смотрите, вот такой цвет. О, какой цвет. Вот эта травка у нас будет, ребят. Большая. Дальше. Я сыпаю быстрая рука. Супер быстрая рука. Делаем наши тельца. Ты тельца уже сделала? Ой, не тельца, а голову. Голову. Может, поверни листик себе, а то ты сейчас рукавом все свои листочки вытришь. Ребят, вы, кстати, мы вам уже говорили, наверное, в наших самых первых видео с картинами. Когда рисуете красками, да, и карандашами, можно листик поворачивать. Тогда будет удобнее, и когда красками, вы не будете в них вымазывать ни руки, ни рукава. Своих кофточек. Что там? Теперь синий. Голову то есть. Ага. Капельку. Боже, как красиво принцесса Злата все рисует, а? Потому что я уже натренировалась. Конечно. Глаза красные. Так, рисуем глазки, ребята. Вы только посмотрите на эту красоту. Только зрачков нет. Зрачков нет, ну можно сделать, когда подсохнет, беленькие, да? Или черненькие, кто как захочет. Вот, прекрасно получается. Давайте сделаем лапки вот такими. Черненьким, темно-коричневым, давай. Да. Всем пока! Ставь лайк,
подписывайся на мой канал, жми на колокольчик. Всем пока. Вот, смотрите. Пишите свои комментарии, ребята. А наша глазастая стрекоза, хищник, нравится вам? Да.